Участники международной школы, студенты и молодые специалисты из стран СНГ и Балтии. Главная цель – объединить усилия молодежи с целью решения актуальных экологических проблем. Баку вновь площадка для международного диалога. На этот раз по вопросам охраны окружающей среды. В столице начала свою работу международная молодежная школа «Зеленая планета». Меня интересуют проблемы загрязнения атмосферы, атмосферного воздуха, воды, почвы. И я бы хотела обменяться опытом с другими странами, посмотреть, как они решают данные проблемы, есть ли они у них вообще, и постараться применить их пути решения для нашей страны. Мы представляем проект больше просветительский, поскольку мы с Анастасией являемся студентами направления подготовки туризм, а Глеб, поскольку занимается международными отношениями, мы представляем проект, который показывает бережное отношение, так называемый социально ответственный туризм. То есть это не только, скажем, уборка тех территорий, да, где у нас бывают туристы посещают, но и бережное отношение к ресурсам. «Зеленая планета» – международная молодежная платформа. Здесь студенты и молодые специалисты могут поделиться опытом и найти единомышленников для осуществления совместных международных проектов. Меня интересует осведомленность людей, так как в Казахстане я работаю именно в этом направлении, то есть с волонтерством, образованием и популяризацией экологии. Мы, получается, ежегодно пишем национальный доклад о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан. И там мы отражаем все наши проблемы. Проблемы воздуха, воды и так далее, и пути их решения. Я хотела бы узнать, какими методами решаете эти проблемы вы, и что нас, в общем, объединяет, какие проблемы есть у вас, и как вы их решаете, как мы их решаем, что общего мы можем найти, как мы можем улучшить. И что мы можем для этого сделать, чтобы решить эти проблемы? Работа школы проходит при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участниц СНГ. Я думаю, мероприятия такого рода вносят большой вклад в налаживание связи между молодыми специалистами, которые работают в этой области. Оно может заложить основы для создания совместных проектов. В то же время это еще одна область международного сотрудничества. В Азербайджане уделяется большое внимание вопросам защиты окружающей среды. До сегодняшнего дня во всех госпрограммах по развитию молодежи этот вопрос также находил свое отражение. В программе лекции, семинары и мастер-классы по эко-лидерству и рациональному использованию природных ресурсов, а также экологические экскурсии. Лейла Курбанова, Сеймур Сахипзаде, CBC.